Вам бумажки дай. Сейчас тебе. Сейчас тебе. Бумажка в туалете. Нельзя, Дэнни, так сказать. Можно. Да, можно. Дедушка. Кстати, дедушка, взрослым нельзя такие вещи говорить. Хорошо? Бумажка, иди в лес. Скажи, иди в лес. Иди в лес. Ну, принеси, Дэнни. Нет. Ну, нету бумажки. Подай мне ботиночки там, багажник. Нету. Нету. Есть там. Нету. Ну, сидим в этих носочках. Вот. Ухватите, короче, Дэнь, забирай у него эти сапоги. Нет. Он в магазин в сапогах не пойдет, сынок. Поедет. Нет, не поедет, сынок. Нет. Поедет. Нет. А нам надо коробочка 2.0. Поедет. Рэм, бери. Бери коробочку 2.0, сынок. Юр, 2.0, коробочку съезди, привези. А? Какую, где ты отдохнешь? Сейчас я... Не знаю. Нет, ты отдыхай здесь. Да, коробочку 2.0 привези, и потом можешь отдыхать. Юр, ну да что только человек, пап, я тебе говорю, здесь, ты отдыхай. Слышишь? О, видишь? Туалетная бумага, это, отжимать себе этот отвертую. Юр, да, это снимай. Надо, сидите, отдыхайте. Да. Юр, 2.0, коробочку привези нам, можешь отдыхать. 2.7 привези. Ну, 2.7 привези. Мы тебя в багажник положим, будешь отдыхать. Накроем тебе. Так! Слышь, что говорят-то? Баба, откуда? Юр. Кашляй. Давай, давай, кашляй. Не будет кашлять. Ну, держи, Паша, кашляй. Иди, иди, кашляй, кашляй. Бери, 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 бери. Да, тебя снимает папа. Гуачан! Ой, ну чудо, юдо. Ой, скажи, мама, какой. Ну и чума. Ну как где Рома? Туда смотри. Да, 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 папа, ну и чё ты снимаешь его? Не снимай его, папа. Надо снимать. Не надо его снимать, он чудо юдо. Ух ты, чудо-юдо! Надо! Ой, ну и папа! Папа, надо снимать меня! Нет! Надо снимать, надо снимать! Ну и чудо-юдо! Надо, надо, ну и чудо-юдо! Ну надо! Грязно, 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 грязно! Нет, нет! Ой, папа, ну и он у тебя грязный, сыночек твой! Ой. Ой, ну и морда у него! Рома бери! Ну и морда, лицо! Ой, ой, грязный! Ой! Нет, ой, какая морда грязная. Грязная. Смотри, вот, смотри. Посмотри, погляди. Ой, какая... Вот папа тебя снимает. Погляди в камеру. Ну-ка, спросили, грязное? Ты лицо грязное? Не грязное. Грязное. Не грязное, никакой не грязное. Ой, грязное. Ну и морда. Не грязное. Грязное. Ох, ну и грязное. Thank you.
Кадюк. Саш, Павельцева, перекрестки ваши? Да, Саш, у нас проблема. Мы с полтретьего на окне стоим. И нас не разгружают. У них нету места. Куда сгружать товар? Они вроде как сейчас обещали начать принимать, но еще пока не начали. Вот мы с полтретьего ночи стоим под разгрузкой. А туда можно как-то позвонить или чтобы это ускорить? Takes any mile. Я же не профессионал. Ой. Как-то не то снял. Это что? Помнить, как выходить отсюда. Я просто на себя снимаю. Помнить, как заходить. Выходил вообще. Ради бога. Вы снимаете, говорю? Да, да, да. Как? Только у меня тут вот так, да, снимать? Бывает такой. А наш стол где, горе? Где хотите, там садись. Давай поближе. Ну да. Thank you.
Шибал, привет. Ой, привет, привет. Шибал, насколько как бы может быть нормально, то есть в принципе все идет хорошо. Привет, Даша. Не надо, а то я не люблю.
Я историк. Разрешите еще очередное, так сказать, поздравление. Хотел сказать еще один. Один поздравление. Thank you. Завтра будем спрашивать. Поздравляем всех вам наших успехов. Все знают, что наши успехи. Как минимум половина нашего труда. Так что всех вас поздравляю. На самом деле для всей второй половины человечества. Всем вам здоровья. Всем вам как всем. С вами отлично. Большое спасибо, ваши аплодисменты.
Это группа поддержки. Друзья, мы все поняли, что Мерфур работает в России уже с 90-х. Мерфур, конечно, пирамидой нас для нас уже, так сказать. Руководство внизу, вернее сказать, в основании всей этой конструкции. Я даже не берусь сказать, каких времен, столько не работает просто, наверное. Дольше, чем Гурия, дольше, чем Гриша. Вся у нас вообще работа, большая ответственность, и очень учительно общается с вами. Я думаю, что вы все узнаете, Сергей Шахтов. Спасибо, Сергей. Thank you.
господа, мелодия первая, пожалуйста. Так, вы первый. Андрей, пожалуйста, скажи. Абсолютно верно, ваши аплодисменты! Так, конечно, ради поднимать. Четко, четко, не слышу. Пожалуйста.